Соблюдать правила дорожного движения призвали школьников автоинспекторы и эльфы. Представители ГИБДД и новогодние герои вместе провели необычный флешмоб на привокзальной площади. Дети, Деды Морозы, эльфы и белые медведи пустились в пляс, а вместе с ними и сотрудники ДПС. Таким образом, организаторы акции хотели не только праздничное настроение подарить, но и напомнить о главном. В новогодние каникулы нужно быть особенно осторожными на дорогах, а в темное время суток надевать светоотражающие элементы, ведь делают это, оказывается, даже сказочные герои. Дорогие ребятишки, мы вас поздравляем с Новым годом. И чтобы у вас все было хорошо, и все радовали, и радовались вам, давайте не будем не нарушать правила дорожного движения. Все будут веселиться, все будут радостные и здоровые. Всего вам доброго. И будьте внимательны на дорогах. Ура! С наступающим!